Вот сейчас мы приехали в Бачой. Вот он, вот я, Дима. Вот они мы. Идем, Дима. Идем по Бачою, приехали на мастер-класс. Так, наверное, надо было. Я плохо вижу нас на экране. Вот. А вот там церковь. Ага. Приехали мы как обычно, как обычные новички. У Димы своей машины нету. У меня тоже нету своей машины. Она. Мы как студенты. Да. Мы обычные студенты. У нас есть только сумка с мастер-класса. Вот, видите, вот, только сумка там. Вот. Едем. Идем проводить мастер-класс. Ищем сейчас дом, там нас уже ждут люди. Вот. Развиваем регионы. Не, конечно. Не, позавчера были в Кипросах, сейчас в Бачою приехали. Да, позавчера, кстати, тоже были без на такси туда поехали. Да. Вы не сдублицируете такси. Да, на прошлой неделе мы были в севере Молдовы. На два дня ехали. Так что сейчас проводим такую серию мастер-классов. Посмотрим, какое следующее село будет или деревня. Так что так вот. Ну, когда проведем мастер-класс, отпишемся. Удачи.